Песни студентки Алисы Монаховой можно услышать по радио. Такой спецприз приготовила для нее жюри всероссийского этапа конкурса «Студент года». Прошлой осенью Алиса сама боролась за звание лучшего, а сегодня готова поделиться своим уникальным опытом с новыми конкурсантами. Девушка станет одним из наставников проекта. Это идеальная идея придумать наставничество. Это нужно, потому что в том году я многое не знала, к сожалению, не все успевала спрашивать, и все было так вот на ощупь. Такие наставники у конкурсантов появятся в каждой из номинаций. Это главное новшество этого года. У нас очень много, поистине интересных победителей, интересных ребят, которые могут поделиться своим опытом и прошлым, позапрошлым, позапозапрошлым годах. В этом году лучших будут отбирать в 10 номинациях – от науки, спорта и культуры до развития образования и волонтерской деятельности. Получить заветное звание студента года станет сложнее, но интереснее. Для участников подготовили новые задания. По конкурсным заданиям для каждой номинации у нас в этом году это самопрезентация, где участники рассказывают о себе, о своих заслугах, кто они, что они, почему они достойны стать лучшими студентами. Конкурс «Студент года» – это прекрасная возможность не просто заявить о себе, но и начать делать первые шаги в карьере. Шанс есть у всех, кому не исполнилось 25, и кто учится на очном отделении вузов и СУЗов Самарской области. Заявку нужно подать до 30 сентября по адресу Вилоновская, 30. Виктория Шарая, Никита Борисов, Дмитрий Мешканцов. События.